И другое захватывающее зрелище. Более 70 гонщиков примут участие в традиционном мотокроссе на Кубок главы округа Муром. Масштабная мотогонка состоится 18 июня с 9 утра до 18 часов на Нижегородском шоссе в районе ДПМК. На трассе протяженностью около 2 километров пройдут заезды по возрастам. Заявки на участие уже подтвердили спортсмены из Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Мордовии, Иваново и Московской области.